милостивый, продлинить жизни моей, укрепи силы духа, просвети разум мой, дабы мог поведать людям, что довелось увидать. Ты один знаешь помыслы мои, они были чисты, я стремился узреть мир твой. Чего думал? А ну давай домой! Эко сморозил такое!
Ты бы что, дома-то не сидишь? Любопытно мне, мама, как мир устроен. Какие люди где живут, что у них за нравы, обычаи какие. Все мне интересно, мама. Интересно ему, а любопытно ему. И в кого ты у нас такой родился-то? Не серчай, мама. Неужто опять пойдешь? Пойду, мама, пойду. Да как же это, Афанасий, только ж вернулся. Не серчай, мама, не серчай, видно, судьба моя такая. Вот отдохну, сил наберусь в родной сторонушке. И снова в путь отправлюсь. Хочу, очень хочу повидать далекую, загадочную страну. О, Индия! Индия! Сестры не выдали замуж. Товару полно торговать надо. Не хватает хозяина, Афанасий. Бог управит все, матушка. Языки чужеземные ты знаешь, веру и обычаи ведаешь. Княжество-то войнами обороняется, а вот торговыми людьми крепится. А ты сейчас у нас и воин, и купец. Тяжко будет, терпи, а томить станут молчи, не по себе думай, о земле очи. Не бойся, воевода, не подведу. Ну, с Богом. Обнимемся. Обнимемся, воевода. Давай. Григорий, Григорий, ну что ж так грузит-то? Ой-ой-ой. Никуда не отпущу, сынок родной. Ну не рви мне сердце, мама, не волен я над собою. Не могу я жить в покое. Тянет меня, мама. Да куда ж тебя все тянет-то? Да на мир поглядеть. Ох, широк он мир Божий, сколько в нем чуд. Отпусти, матушка, не держи. Видно, судьба у нас такая. Вот, держи, жемчуг, что в дороге случится, продашь. А вот мешочек с травой. От укуса змеиного помогают, кровь останавливают, в чужой стране может пригодиться. Спасибо, родная, спасибо. Ступай с миром. Бог даст, увидимся. Увидимся, матушка, увидимся. Под Астраханью наш торговый караван был разграблен татарами.
У нас застрелили человека, и мы у них двух татар застрелили. А меньшее наше судно у Яза застряло. Так они тут же взяли да разграбили его. А вся моя поклажа была на том судне. Дошли мы до моря на большом судне. Да стало оно на мели в устье Волги. И тут они нас настигли и заставили тянуть его вверх по реке до Яза. И большое наше судно тут пограбили. И 4 человека русских в плен взяли. А нас отпустили головами за море. А назад вверх по реке не пропустили, дабы вести не подали. Вот так в одну ночь стал я нищим. Но решил, покуда есть силы, идти до земли индийской. Скитался я долго, пока в один прекрасный день не выбросило меня на берег Индийского океана.
Индия! О, Индия! Как долго я стремился к тебе, как трудно шел! Здравствуй же, чудо мое! Индия! माझ्याकडे बघतोस काय रे चोरा, माझ्याकडे बघतोस काय रे चोरा, ये सुटबुटवाल्या चोरा, आज सुटबुटवाल्या चोरा, माझ्याकडे बघतोस काय चोरा रे, माझ्याकडे बघतोस काय चोरा रे, सुटबुटवाल्या चोरा. Что, глядите, не видывали такого? Не похож на вас? Не похож. Откуда чужеземец? Из Руси. Из Руси? А туда к нам кто еще не приходил? Далеко ли это? О, далеконько. 2 года пути. Уж думал и не дойду. Хорошо, что дошел чужеземец. Присядь, отдохни, посмотри на наших красавиц. А скажи, добрый человек, как тебя зовут? Сакарам на родине кличут. Очень приятно, я Афанасий из купцов. Давай поглядим.
Замочи ему шляпку! Тебя... Смотрите, змея уползает! Тебя укусила змея! Смотрите, она бледнеет! О нет, она умирает, чужеземец, что же делать? Можете ее отнести куда-нибудь в храм? Точно, ее нужно нести срочно в храм, только там ей помогут. Давай возьмем Сакарам, бери. Jim, 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 J
Главного жреца нет в храме. Он ушел поклоняться трем великим святым. Ну кто же спасет нашу Чамку? Она умирает. Наш танец обладает целительной силой. Сейчас перед вами станцует девушка, а вы молитесь Всевышнему. Добрый человек, мне матушка дала на дорогу зелье от укуса змеи. Ежели вы не супротив, дозвольте испробовать. Спасибо, чужеземец, испробуй свое средство. Спаси нашу подругу Чамку. Повязку не снимать 3 дня, и будет как новенькая. Thank you.
Ладно. Спасибо тебе, чужеземец. Чампе кажется лучше. Рад был помочь. Ну, прощай, добрый человек, мне пора. Подожди, Афанасий, ты нам понравился. И нам с тобой захотелось провести еще побольше времени. Ну, пойдем посмотрим, что у вас есть интересного. Пойдем. Скажи мне, добрый человек, вот девушка только что танцевала. Мне показалось, что она хотела что-то сказать. Ты верно подметил, Афанасий. Каждое движение – это послание. В своем танце девушка обращалась к Богу. Хочешь, она скажет что-нибудь и тебе?
Будь добр, сделай милость. Падма, подойди, пожалуйста, поближе. Скажи что-нибудь жестами танца нашему гостю. Чужеземец, ты прибыл издалека. Глаза твои синие, как волны океана. Лицо твое белое, словно крылья лебедя. Если ты наш друг, а мы видим, что это так, наши дома и сердца открыты для тебя. Глазами, не знающими сна, мы будем смотреть на дорогу и ждать тебя в гости. Спасибо тебе большое, Падма. Афанасий, не хочешь ли ты посетить нашу деревню? Там как раз сегодня праздник. Даже кукольный театр приезжает. Заодно и подкрепимся. Давай поглядим, поглядим, друг мой. Пойдем, Афанасий. Мне все интересно. Thank you.
Алмазы от подельных, где купить дешевле, а продать дороже. А ты интересуешься нашими законами и богами, спрашиваешь названия звезд, парусов и ветров. И все записываешь, я видел. Да, хочу донести до своих соотечественников достоверное свидетельство о том, что я узнал в Индии, чтобы послужило это на пользу сообщения между нашими странами. Да только, видимо, случится это не скоро. Гол я, как сокол, ограбили меня, лишили всех средств. Один я тут, даже не знаю, к кому обратиться за помощью. Подкрепись со мной и не падай духом, ведь не зря в древние времена люди относились к пище, как к молитве. Не потому ли они были могучи, ловки и сильны, как боги? Что такое наши невзгоды? Это только тень. Тень от облаков, ведь все бренно на земле, все исчезнет в веках. А решение твоей проблемы обязательно найдется. Спасибо, друг. Диковинные фрукты, невиданные места живописные. Добрый человек. А что это будет? Это круг показывает, который час, любые часы светят. Откуда ты пришел? Из Руси. Русь? Это страна северо-запад Персии. А там есть река Волга? Верно. Вот. Первый русского вижу на индийской земле. И скажи, зачем пришел? Да, товару поглядеть на Русь. Да и проведать, что из русского товара индийцам надобно. Мне один добрый человек посоветовал к великому визирю обратиться. Говорят, он из купцов, из нашинских, и в нашем деле толк понимает. Возможно. Сейчас давай. Здесь 9 часов. Смотрим, сколько в Москве. А можно? Нечто. Да. В Москве 7 утра сейчас. Рано утром. Свет только поднимается солнце. Ха-ха. Премудро устроено. Вот как бы нашим тверским мужичкам до науки придать. О, далеко бы пошли. Далеко. Ты прав. Народ, который понимает это, есть светлое будущее. А я как понимаю, я слышал, в русские не бедны талантами. Ну, Бог не обидел, верно. Ну скажи, сколько моря ты перешел? Через 3 моря перешагнул, добрый человек. А вот того, кого нужно, никак не достигну. Скажи. А ты не знаешь, как мне этого Махмуда Гаванна повидать, а? Махмуда Гаванна? Да. Есть несколько таких. Одно – торговец, а второй – ученый, третий – великий вазир. Кого тебя хочет видаться? Великого визиря, конечно, добрый человек. Великого вазира? Для этого? Тебе надо идти в дворце и искать там. Добрый человек, да мне легче 3 моря пересечь, чем во дворец попасть. Ну, видимо, я зря с тобой время теряю. Ну, прощай, добрый человек, прощай.
Остановись, чужеземец. Говорить с тобой будут. Подойди ко мне. Кто ты? Тот, кого ты искал. Махмуд Гаванны. Так это ты! А я уж думал, смерть моя пришла за мной. Не время тебе умирать. Давай наслаждаемся лучшими видами моего райского сада и красивыми танцовщицами. Давай, великий визир. Информация о Виджайнагаре, наш сосед, с кем мы давно враждуемся. Нет, государь. Ты хорошо подумал. Лишь тебе нужны деньги, и за этого я плачу тебе 4000. Мало? Вот что. Я пришел сюда не для того, чтобы стать предателем.
Тот, кто предаст Виджаянагар за 4000, тот и родину предаст хоть за 10000. Ты хорошо подумал? У меня есть средства. Нет, государь, я не передумаю. Молодец. Ты перешел испытание с честью. И я тебе дам награду. Давайте, сейчас наслаждаемся искусствами и танцами. Деньги для дороги домой. И наше письмо к тебе, твоей коняже. Скажи, что мы рады тебе и все иностранцы, которые пришли в наш земле торговаться. Мы очень рады, что люди, как ты, и сердце тает не зла. Мы всегда готовы обниматься и торговать. И я очень рад. Передай это своей коняжу, что мы готовы обнять
открытые сердцами. Много повидал я на этой земле, горести испытал много, но и радости немало. Обильна и плодородна земля Индии, богата на чудеса. Прощайте же, иду на Русь, матушку. Обнимемся. Прощай же, Индия, прощай, чудо мое. Прощай, я тебя никогда не забуду. Доброго пути тебе, Афанасий. Спасибо, друзья, до свидания. Велик мир, но
нет в нем места, подобного Руси. Сохрани ее, Господь мыслитель, Творец неба и земли. Сохрани ее от зол и всяческой несправедливости. Да устроится русская земля. Thank you.
Вася Халатири, руководитель Александра Водопьянова. Театр-студия индийского танца «Тарам» под руководством гуру Ашвани Нигам и Светланы Нигам. Участники клуба аниматоров «Квартальчик» и волонтеры «Добрых дел» Дворца культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина. Большое спасибо, дорогие друзья, за внимание. Мы рады, что были с вами. Надеюсь, что вы открыли для себя замечательную страну Индию с какой-то другой неизвестной для вас страны. Ждем вас всегда, рады, любим, здоровья, всем добра, мира. Всегда ваш Дворец культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина.